добился успехов. Сегодня рассказал в своем новом шоу о своем проекте «Incest». Это третий мой сольный проект в стиле авангард. Мелодов без мелодов. С 96 года до 2000 включительно. Имеет 4 альбома. Именно этот проект. Есть у меня еще один «Incest». Ну, это немножко другая история. Да, NCD, так что поэтому будут слышны кое-какие дефекты. Пленка все-таки. Итак, я создал сегодня страницу, группу на Facebook Incest, 1996 год, Украина, Харьков, авангард Metal Zone. Дві години тому назад я написав «Салют, Metalhead!» Сьогодні 1 листопада. І я скажу о своєму третьому сольному проєкті «Incest». Розказую я все це тому, що на моїй страничці в Metal-архивах все настоящие даты, которые я сейчас рассказываю, кто-то из модераторов взял и назвал фейком. Написал свои даты. Эх, жаль, далеко они а так бы хотел с ними вживую пообщаться и настучать по ебальнику, честно. Не советую верить той информации, которая там есть. Поэтому я начал рассказывать о всех своих проектах и начал с проекта Anger of God. Вот ссылочка есть. Потом я рассказал о проекте Domination One Man Project. Ссылочка тоже есть. И я и приступил к рассказу о третьем проекте. О нем также там написано неправда. То есть там указана дата репресса как перепресса в 2017 году. Итак, начнем. Итак, начнем с самого первого миньона под названием «Alias». Вот сейчас играет уже второй трек. Закончился, да? Музыка написана на стихи моего друга Джек Зайпер. В далеком 96-м году все партии инструментов были придуманы в 96-м году. Тут, так как... Вот. Ну, год тут не указан, конечно. Вот, неудавшееся убийство. Вот сейчас играет эта песня. Вот она. Ты сидишь. Да. Вот так выглядит логотип. Это лейбл. Когда пиздец и цепной мог диджитал. Это, ну понятно, это вы знаете, что это такое. Вот. То есть все придумано было в 96-м году. Поэтому это считается 96-м годом. Но смог я этот миньон полноценно записать лишь в 99-м, 2000-х годах. Тогда, когда у меня было все необходимое для этого оборудование. Так, переписываюсь тут с Андреем Молчановым. Диск один хочу купить у него на дистрибьюции. Так, ну ладненько, поехали дальше. Я это не вырезаю, потому что это касается, так сказать, это музыкальные дела наши. Вот, это аж не то, что там любовь какая-то или еще что-то там. не относящиеся к музыке, тем более тяжелой. Так. Вот. Кстати, все свои сольные проекты с периода 89-го года по 2000 год включительно я записывал без помощи компьютера. Свайганил этот релиз, используя мастеровые электрогитары Юрия Бабкина. Джексон у меня был. И этот самый Ибанес, да. Еще у меня была Honda корейской сборки. Ну, я ее продал, по-моему. На ней не писал, потому что у нее звук был хуже, чем на самодельной электрогитаре. Охренеть, бля. Вот. Так, использовал я фирменные примочки. Metal Zone, это боссовский, да, и Zoom 505. Писал в линию. Использовал заводской бас, по-моему, Роден. С фирменными струнами Додарио, да, там струны стоили, по-моему, в 2 раза или в 3, да, не помню, дороже, чем сам бас. Мне достался, да. Брал я умело. Был такой чувак Саша, ну, кличка Мел. Привет, чувак, тебе, если ты там живой и слышишь меня, да, подписывайся на мой канал. Вот. Мы с ним много водки выпили, короче, да, такое. Гуляли, бухали, так сказать, чуихами всякими, да. Брал умело клавиши в аренду, фирму не помню, ну, какие-то детские дрова, короче. Кстати, звук, который выдавали эти клавиши, был жутковатый. Поэтому я проявил смекалку и использовал Zoom 505. Вот как раз ты слышишь все вот эти звуки. Это благодаря моей смекалке, да. Пропускал через Zoom 505, получая необходимые мне звуки. Использовал я микрофон фирмы Philips. Уже у меня его нет давно, да. Для записи партии вокала и Zoom 505. Вот, кстати, ты слышишь. Ну, использовал еще эффекты. Использовал эффекты на вот это скорость менял, тут все звуки вот эти, что ты слышишь, вот это вот слышишь, как демоны, блин, прямо, да. Вот это все благодаря вот этой студии Тоскам, вот оно и всем. Сводилка на кассетник фирмы Маяк, да. Затем отдавал, как всегда, Саше. Есть такой добрейший души человек, и он же отцифровывал на Матрис из CD-ки. Да, получается это MCD, да. Так, что касается логотипа. Логотип мне нарисовал мой друг Влад Сата. Ну, это кличка Сата, не фамилия. Есть еще один крутой логотип, но дизайнер Юлия и Дима, блядь, не захотели с ним работать. Рабы божьи долбаные. Кстати, я на почве этого логотипа сам сварганил логотип для проекта E-White Band. В 2016 году вот он на мне, ты видишь? Это уже я придумал, можно сказать. Потому что тот проект уже is dead, а этот существует, да. Вот получился такой страшный логотипище. Первая футболка, то, что ты видишь на мне, в моих метал-шоу, была удачно сделана. Но потом я на заказ сделал на свою футболку в сервисе Scan+. Прихожу я, а эти придурки умышленно перевернули логотип вверх ногами. Ну, то есть... не так получается, я пришел, а футболка была вот так вот. Я им говорю, ну представьте, они говорят, а что, красиво. Я говорю, ну представьте, давайте ваше имя, как вас зовут там, Татьяна, напишем вверх ногами и вам на футболку наденем, вам будет как? Приятно такое носить. Ну, они сказали, ну это совершенно другое, тут типа не поймешь. Я говорю, ну понимаете, это уже, блядь, бренд нафиг, и он уже засвеченный. И тут, видите, ну, короче, я не стал, я понял, что это христиане долбаные. Им вот эти перевернутые кресты не сподобались, и они взяли вот так, поставили. Короче, блядь, Чей отец? Божий. Вот. Да. Я потребовал возмещения ущерба, то есть вернуть деньги за новую футболку. Туда принес этот самый, я как взял с собой этот самый ценник. Они мне выплатили, все в порядке, но больше я к ним не обращаюсь с этим вопросом. Нашел другую типографию для этих целей. А там я, да, распечатываю кассеты и диски, сам издат. Да, я все это делаю, да. Первопресс был выпущен на кассетах и на аудиодисках лимитированным тиражом. Ну, честно скажу, вот логотип, как выглядел. Вот так вот выглядела кассета, по-моему, какая-то, я не помню уже. Это у меня, короче, макеты. Но это другой альбом, о нем я расскажу позже. Вот тоже, вот этот, по-моему, Alias был. Вот я не помню. Это, по-моему, Момента море. Ну, это, не помню. Shadows of King. Ну, вот. А вот, кстати, вот, как я планировал. Это на альбом Люцифер, да, вот. Вот такой логотип. Они не захотели его. Сказали, тут, типа, сатанист. Ну, вот. Вот. Офигенный логотип, нафиг, а? Вот, это вот как раз 2000-го, 99-й, там это делали мне это. Вот. Вот такое вот, да. Вот. Вот, по-моему, вот Alias, да. Alias 2000 год, видите? Там я его пел сплитом, там, ну, сплитал другим альбомом. Именно Момент я его называл, потом я его вкивал. Shadows. Вот, тоже альбом. Я его назвал. Таритут. Ну, он, да, ац, потом он, да. Это. Вот этот, вот с этим логотипом они почему-то захотели работать странно. Вот тут тоже крест перевернут. Но это другие, да, это ж 2000 год. 99-й. Вот. Так, с этим разобрались. Сейчас хотел показать. А, кстати, сейчас вот это я воспроизводится. Вот. Alias 1411 килобит в секунду. Full альбом, да. Сейчас вот исполняется. Продолжительность всего 22 минуты 5 секунд. Да. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Покажу. Вот как я. Переиздание 2019 года. Вот так выглядит переиздание. Диск. Это мои картины. О, некая любовь сейчас играет, да. Вот, это Slim DVD формат. Это внутренняя часть, вот лого Влад Сата. А это стикер. Наклейка. Большая. Вот так выглядит. Ну вот, вокзал. Вроде тут с этим понятно, да? Да. Вот, я сейчас тут рассказываю, что да, расскажу эти все детали. В сегодняшнем выпуске Metal Show. Вот ты его сейчас видишь, этот выпуск. Metal Show, да. Нет. Нет. То есть первопресса у меня, конечно, не сохранилось. Ни дисков, ни кассет. Сори. Поэтому все распродано. Макета у меня почему-то нету. Я в предыдущих выпусках рассказывал об этом, потому что я тут был проходной двор, и всякие девчонки, с которыми я, так сказать, спал. Вот. Они у меня растащили все. Вот я написал дискография Alias Zoom 505 тысячи Халтрону и 4 альбома всех, да. EP1 и 3 полноформатных альбома, да. Есть, кстати, репрессы на кассетах этих альбомов и на CD. Вот сейчас мы перейдем на Alias. Вот. Вот Alias. 6. Мы евриков стуру. Ну тут написано Metal, поган. Metal какой-то. Понятно дело, это ж. Гордиюк так. Кстати, огромное ему благодарность. Он мне предложил издать. Издаться у него я не дал. Сашу. Сушут плохое. Вот он мне помог с Дакайном Нобом. Он помог. Огромная ему благодарность. Что-то чувак. Нет. Не знаю, кто там на него гонит. Я не знаю. Шоу. Я, честно, не знаю, шоу это там слушать. И что ты со слов говоришься, типа, а я дело с ним общаюсь, он творит. Ну так, а в чем молчишь? Он а что даже Гордиюк на шоу, а он рил, блин, я честно, ну, не знаю. Общаюсь там на твоей части, общаюсь, вот, ним, ну, много лет, с ним не общаюсь, я сдал сама, как бы уже много. Вот это он не на 2017 выглядит, и все. А моя эти кассета, ну вот так вот, остальные кассеты, сука, авторская каша штук. И штук там 60 раз это вот 65 много, может он поменял, сказал мне, что из моих уже кого остался, ну еще их кассет, что не все. Кассет. Так, остались. Вот, так что не знаю кассеты, кому он. Но я не самое, на что он там без понятия. Это шкодил и еще и на так и кассет на кульме стрят стал этот альсплитом лес жировка так едет бомб вот от Incest он вылез и Anger of God с миньоном в дисгония да вот мать вот фотка моя в сатириконе футболка бандан десайт вот так это оформление я делал все. Оформление я, это оформление я сам делал, да. Ну вот так вот выглядит, да, вот оно. Лимит есть по времени, поэтому я... О, а эта песня называется «Козел черной масти». Вот, кульмис рекас, вот. Вот так выглядит. Этот самый диск. Ну и я показывал переиздание 2019 года. Вот диск. Вот Slim DVD, да. Еще думаю сделать вот с таким логотипом переиздания. Там, не знаю, может в этом году на диске, может в следующем. Я еще не знаю. Вот с таким логотипом я хотел вообще-то. Боли. Ну вот. Такой логотипик классный. Ну, я знаю, женя от Инцеста, вон Инцесту сколько. Инцеста я мысль. За ним начали как мысль, хотя там бы гнать какие позиции. Ага. Вот. Ну, все. Я все рассказал. Показал. Подписывайся на каналчик. Мой Пробзди свой анальчик брутальной музыкочкой. Максим Вехов желает тебе успехов. Ты мог бы я под этим камнем сей, и сей, да не беды, да не исправны. Максим Вехов желает тебе успехов и хочет тебе показать несколько своих канальчиков. Это, кстати, на моем канале есть плейлист, вот, посвященный данному проекту. Вот тут пока мало видео. Вот. Хотел показать еще о своих каналах пока. Вот, хотел показать. Вот, подписывайся на мои авторские каналы. Вот по барабанам, по синтезаторам, по кошечкам, по уточкам, вот канальчик есть. Вот, змеи, мои аудиокнижки авторские, мои афоризмы, анекдоты, цитаты, подслушано, подсмотрено, обзоры, отзывы, разоблачитель фейков. Ну, тут такое, это уже давно, как бы, это тоже давненько. Тут бывает, я подсматриваю за кошками, собаками, там, птичками, вот. Ну и мошенники бывают, звонят тут тоже. Этот канал посвящен разоблачению схем мошеннических всяких там. Вот, так что. Ну вот, вот этот канал у меня сейчас. Вот, это мои фото, видео. Вот тут и уточки тут. Мало подписчиков, практически вообще нету. А, хотя ни хрена себе. Я уж удивлен. Ух ты, прикольно, слышишь? Вот. Мое видео пошло вверх. 255 просмотров. Я в шоке. Даже поперхнулся, блин. Ни хрена себе. 19 октября я разместил 255 просмотров. Это да. Под музычку свою детскую, да. Нифига себе, вот это просмотров сколько, блин, а? Охрененно. Я хотел еще показать, да, вот плейлисты. А, это штук, да. Сейчас покажу. На моем основном канале тоже есть плейлист, посвященный уточкам, да. Я-то оттуда начинал. А потом решил сделать новый канал. Есть тут у меня, короче, вот это все мои плейлисты. И тут где-то есть канал с уточками. Вот моя фото-видео охота. Там уточки, птички, собачки, кошечки. Во, вот утиные истории, да, вот канал. Там вот кошечки у меня есть канал, ой, канал отдельный, вот там, вот, короче, вот у меня тут. Ну тут мало, 64 видео, 38 просмотров. Вот тут видосы классные тоже есть. Вот я снимал сначала на телефон. Потом на камеру уже, да. Ну все. В следующем выпуске Metal Show тоже расскажу о каком-нибудь другом своем канале. тоже подписывайся. Все. Максим Вехов желает тебе успехов. Да. А, еще же хотел сказать важный аспект. Привет, гость моих каналов. Я пишу музыку в разных стилях с 89-го года, регулярно и по сей день. Пишу прозу и поэзию, а также занимаюсь любительской фото-видеосъемкой. Подписывайся, ставь лайки, дизлайки, комментируй, делись моими роликами с друзьями в соцсетях. С уважением, Максим Вехов. Все. И вернемся немножко да, вот я написал, что для ознакомления я размещу ролик, это посвященный этому миньону. А пока держу ссылку на плейлист данного проекта. Вот плейлист. Рабочий плейлист, да, видишь? Ссылка рабочая. Судя по всему. Пока оно грузится. Ну да, вот рабочая, аж рабочая. Вот, рабочая ссылочка. Так. Там ты найдешь общий обзор этого релиза в 156 серии. Да, есть там у меня. В том году я записывал, но не договорил. Короче, там, много чего всякого понаговорил. Может быть, и ненужного, и нужного. Вот, а самого главного не сказал, да. Поэтому я решил снять еще серию, теперь уже все. Да, вот. Еще я хотел сказать, что футболку в прошлом выпуске рассказывал о своей футболке Domination. И я вспомнил, да, в статье написал, но в эфире не сказал, что футболку Domination я подарил еще Сергею Гордиюку, и он ее сносил до дыры. Вот, да. Вот. Тираж был небольшой, но очень дорогой. Мне дорого обошелся. По-моему, две футболки я сам сносил, одну ему подарил. Вот, и все, по-моему. По-моему, да. Или кому-то еще подарил, или продал, не помню. Короче, было их штук 5. Или 3, или 5 штук. И стоило мне это, по-моему, 100... Не помню, честно. Ну, в общем, до хрена денег. Я еще помню, охренеть, сука, денег, блин. Вот. Да. А полноценное издание можно купить за 5 евриков. Обратившись ко мне в личку, есть на аудиодиске с DVD Jewel Box. Да. И, конечно же, в цифровом формате Wave, да. Wave формат можно, ну да, вот на диске. Вот на диске, то есть вот это вот издание. 5 евриков, да. Стоит, да. С моей картиной, это моя картина, нарисованная мною, да. Вот, и хотел показать еще вот как работает, как я работаю с продажами по вот, пишешь мне в личку, что вот там хочу купить. То есть ко мне много людей лезет в личку, ну, хочет добавиться в друзья какие-то проститутки какие-то, типа там, ну, эти сайты знакомств, идите нахуй. У меня проблем с сексом нету, я домой девок не вожу, я в гости сам не хожу. Я даже афоризмы эту тему написал на своем канале. Афоризмы, анекдоты, цитаты, да. Так что ищи, да. И всякие какие-то непонятные панки добавляются ко мне там, или кто там. Я же сказал, если ты хочешь ко мне добавиться, пиши письмо, что кто ты, по какой причине ты добавляешься. Так я никого не добавляю. Вот, короче, так вот. Вот, чувак мне, например, пишет, хочу купить там диск у тебя, да. Я ему, значит, скидываю ссылку, там, например, ну, на YouTube. Вот. Ну, он слушает, говорит, куплю. А потом я ему говорю, скинь мне вот адрес почты, даю ему реквизиты, куда денежку скинуть, он мне скидывает денежку там через знакомого, у него PayPal есть, вот. И я пишу вот сюда свой e-mail, его e-mail, письмо там, если надо, и добавляю файл в архиве, там уже созданный там альбом или песню, как человек хочет, и отсылаю. Он не отписывается, что получил, все в порядке, да, все довольны и счастливы. Ну вот, все. Вот, кстати, так оно и работает. А вот, кстати, я разместил сегодня тут Бадан, короче, отметил, что нравится, да. Ну все, пока-пока.